Також новорічна атмосфера передає те, про що ви думаєте. Я думаю, що зараз, перед Новим роком, абсолютно усі миколаївці, абсолютно усі українці думають про те, яке ж бажання загадати новорічної ночі, щоб воно збулось. Дехто вважає, що щось масштабне загадувати просто неважливо, тому що воно не збудеться. Саме про це ми поговоримо з ранковою гостею. Сьогодні до студії «Нового дня» завітала психолог-психотерапевт Світлана Іваненко. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, как правильно загадывать новогоднее желание и вообще как определиться с новогодним желанием? Вот хороший вопрос по поводу того, как определиться, потому что для начала важно бы подвести итоги уходящего года. Но для этого было бы хорошо вот по четырем основным сферам жизни, это здоровье, семья или отношения, работа и финансы, подвести такой вот схематичный итог. Да, насколько вы счастливы в этой сфере, допустим, если взять такую математическую шкалу, то от 1 до 10. Угу. Вот для того, чтобы для себя понять, что в этой сфере происходит, насколько есть результаты и успехи. И отталкиваясь от этого, уже тогда прописать по 3-4-5 целей на будущий год. То есть, если в семье ты ставишь себе оценку из 5-5, то тебе ничего загадывать там, в принципе, не надо. Все и так хорошо. А если что-то минимальное, то нужно узнать, чего же тебе не хватает. Да, но все равно в каждой сфере есть рост развития. То есть все равно можно чего-то добиться. Да. То есть, насколько я поняла, желание может быть не одним, их может быть несколько. Конечно. Как правильно формулировать желания? Вот мы определили, что их может быть несколько на разную сферу жизни. Как правильно их сформулировать для того, чтобы это не было вот «я хочу единорога на Лексусе»? Желание, во-первых, оно должно быть сформулировано в терминах наличия. То есть оно должно быть конкретно, оно должно быть осязаемо, оно должно быть зависеть только от вас, оно должно быть экологично и ценно. Вот. А формулировка, она должна быть от первого лица, то есть «я хочу», «я чего достигну». И таким образом сформулировано, чтобы это звучало как результат. То есть «я хочу достичь», я, например, хочу быть здоровой. И конкретика в чем заключается? Что не просто здоровье мы называем, а говорим конкретный вопрос, который для нас важен. Я хочу иметь здоровые глаза. Либо многие люди орган. Формулируют, что я хочу не болеть, я хочу, чтобы не было войны с приставочкой «не». Вот поэтому нужны термины наличия. Вот что хочу видеть. Да? Не то, чего не хочу видеть. Да? Потому что наше подсознание приставку частицу «не» не слышит. Угу. Многие люди говорят, что их желание загадано новогоднюю ночь, каким бы ритуалом это ни проходило, или зажигают, или загадывают, думают, дуют, а оно все равно не сбывается. От чего это зависит? Многие желания могут быть такие долгосрочные, это первое. Второе, возможно, недостаточного уровня ответственности. То есть за каждое желание человек должен брать ответственность на себя личную. Угу. Да, если это желание зависит от другого человека, то велика вероятность того, что оно может то не исполниться. То есть нужно быть достаточно объективным. Если ты загадываешь что-то, чтобы сделал другой человек, ты не можешь от него этого потребовать. Это не экологичное желание. А желание должно быть от тебя то, что ты сам можешь для себя сделать. Да, да, да. Это принцип ответственности. Это ключевой принцип, который говорит о том, что желание загадывать таким образом, чтобы его результат зависел от меня. Существуют ли еще какие-то секреты, которые помогают человеку правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось? Придерживаясь вот этих принципов, о которых мы сказали. Угу. Я бы сформулировала это как алгоритм. Во-первых, конкретное желание, то есть проговорить конкретно, к чему я хочу прийти, к какому результату. Во-вторых, оно должно быть осязаемым. То есть, если вы формулируете желание, то важно его увидеть картинкой, прочувствовать. То есть, как я буду себя чувствовать, если это случится в моей жизни. Буквально даже услышать, что будет происходить, что мне будут активно говорить. Активно настроиться. Да, то есть это называется такая визуальная картинка, визуально-кинестетическая картинка, которая помогает эмоционально проникнуться этим всем. Естественно, что увеличивает мотивацию. Дальше желание должно быть экологичным. Что это значит? То есть нужно подумать, как результат, полученный, повлияет на всю мою жизнь.
как повлияет на мою семью, на мое окружение. Допустим, если я хочу выйти замуж, то тогда как это скажется на моих там, отношениях с моей работой, например, да? Либо если я хочу достичь, там, заработать большую сумму, то как это скажется на моей семье? Вот, то есть, ну, готова я платить такую цену, угу. либо я не готова к этому. То есть необходимо продумать. Нужно вписать, так, ну, вот термин такой, вписать вот это желание в свою жизнь, насколько оно может быть экологичным. Многие люди необдуманно выбирают желание, не думая о последствиях. То есть нужно продумать последствия, действительно ли ты готов к этому. Да, да, совершенно верно. И очень важно, вот, пожалуй, самым важным секретом для меня является ценность желания, потому что если желание для человека ценно, да, я понимаю, что я готова брать ответственность за его исполнение, готова делать конкретные шаги, вот, то тогда я готова ждать, я готова там какие-то предпринимать действия. Ну и, конечно же, любое желание исполняется тогда, когда к нему человек идет. Потому что, ну, путь даже к тысячу лет... Вижу цель, не вижу препятствий. Начинается с первого шага, да? То есть движение, конкретное действие – это тоже один из залогов того, что желание исполняется. Что ж, я думаю, теперь абсолютно все наши телезрители знают, что действительно желание – это не что-то мифическое, это не какая-то мечта, о которой можно мечтать лежа на диване. Желание – это то, к чему нужно стремиться, это цель, которой нужно достигнуть. Спасибо вам большое. Я думаю, что даже я воспользуюсь вашим советом, проверю на собственном опыте, как действительно необходимо правильно загадывать желания, чтобы они сбывались. Нагадую нашим телеглядачам, что сьогодні до студії «Нового дня» завітала Світлана Іваненко, психолог-психотерапевт.